Мобильный сервис по вызову врача на дом «Вызов Плюс» – это медицинский сервис, созданный для жителей Владивостока, пригорода, Артема, села Вольно-Надеждинское с целью повышения качества и доступности медицинских услуг, комфорта и экономии времени клиентов. По сути, сервис «Вызов Плюс» – это полноценная поликлиника, которая сама приезжает к вам домой. Сервис оказывает услуги по выезду врача на дом 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без выходных и праздников. Можно вызвать врача-терапевта, врача-педиатра, врача-кардиолога. Также можно провести у постели больного ЭКГ. При необходимости врач может сделать тропониновый тест для исключения острых повреждений миокарда. И, кроме всего прочего, если возникнет ситуация, когда пациенту необходимо на месте экстренно оказать медицинскую помощь, врач это сделает. Если пациенту необходима экстренная госпитализация, то наш доктор может дать направление на такую госпитализацию по экстренным показаниям, вызвать скорую помощь. Вызов Плюс также чрезвычайно удобен, если вам необходимо получить консультацию врача, но нет ни времени, ни желания ждать в очередях. Особенно актуально это в период острых вирусных инфекций. Ведь всем нам знакома ситуация, когда мы идем за справкой, а вместо нее заболеваем по второму кругу. Вызов Плюс поможет избежать этого. Нас также можно вызвать медицинскую сестру, которая могла бы взять анализы на дому. Также пациенты могут получить интерпретацию этих результатов по электронной почте, по телефону и обратившись на сайт Unilab за видеоконсультацией врача-консультанта. Абсолютно бесплатно. Вызов Плюс работает по системе «Все включено». Вам не нужно доплачивать деньги за оказание неотложной медицинской помощи, ЭКГ у постели больного или больничные листы и справки. Для того, чтобы вызвать врача, мы действуем очень просто. У нас есть два рабочих инструмента, которые доступны нашим клиентам. Естественно, самый удобный на сегодняшний день инструмент – это онлайн-заявка через наш сайт. Зайдя на наш сайт, вы можете нажать кнопку «Вызвать врача на дом», и с вами свяжется оператор контактного центра. В дальнейшем вы можете в личном кабинете видеть передвижение врача по карте на всех этапах, как он к вам едет, и получать на свой телефон смс-оповещение о статусе заявки. Колл-центр, как и врачи, работает круглосуточно. А также есть онлайн-чат на сайте, где можно задавать интересующие вопросы и вызывать врача. Сервис по вызову врача «Вызов Плюс» всегда вовремя.